еще несколько мелодий, включающихся в одну цепочку, которые звучат одна за другой, логически ускоряя этот киртан на харинаме. Он такой боевой. Когда все приуныли или дождь идет, самый раз. Но мелодия харинамная, сразу пою ее на... Так ее поют на харинаме. То есть она, конечно, дома и в храме пониже хочется. Но на харинаме там по-другому все поется, там приходится кричать. И поэтому тональность и выше. Вот это вот харинамная тональность. У нас 108 мелодий харинам, а не 108 мелодий киртана храмового. Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда.
такая цепочка. Высоковато только немного. На Харинаме даже низко бывает. Хочется выше забраться. Такие вот специфические условия.